Двухминуточка про подсумок Атрина Рескью. Такого у меня еще не было, вот только пришел вытяжной на Молли подсумок. Можно на него посмотреть. В Атаксе. Так вот он выглядит, крепится. Ширина по малягам видна. Молли во всю длину подсумка, что является его плюсом. Но видно, что он реально очень здоровый. То есть, если сравнить с обычным отечественного производства подсумком второго эшелона, то он видно, насколько он больше. И сейчас он заполнен, то есть как это рекомендовано производителем. И вот если посмотреть, у него сколько свободного места снизу. То есть вот эта вот часть, она ничем не заполнена. То есть его можно было сделать гораздо меньше. Вот такой вот он по размеру, здоровый довольно. Сбоку маляги, можно закрепить подсумки под тот же турникет, либо какие-то дополнительные, если нужно, там ножницы сюда зафиксировать. А внизу две резинки, подразумевая, что тоже, наверное, для крепежа каких-то приспособлений. Возможно, также они подразумевали, что турникет. На сайте ничего по этому поводу не написано. То есть он довольно-таки узкий, но здоровый по высоте. Значит, что он из себя представляет внутри? У него вот такой вот вытяжной ролл имеется. Открываем липучку. И изнутри достаем вот такой подсумок, где расположена вся медицина. Собственно, что они туда кладут? Тут у нас эластичный бинт, скотч. Бинт 4 дюйма, назофарингальная трубка, турникет, маркер, бинт для тампонады, ножницы, окклюзионный пластырь. На самом деле довольно много влезло в этот ролл. Сам ролл весьма неплохо сделан, потому что если сравнить с тем подсумком, что я смотрел новый, у него хотя бы вниз ничего не вылетит при доставании, то есть подсумок зашит и сделан, в принципе, ну не то что супер по уму, но во всяком случае, вся эта медицина здесь размещается, так или иначе. Когда вы ее достанете, она не норовит отсюда выпрыгнуть резким образом. Что мне конкретно точно не понравилось в этом подсумке, сразу могу сказать. Это то, что когда он в закрытом состоянии находится, то у него вот эта часть вся открыта. То есть сюда попадет и снег, дождь, грязь, переползание. Весь жмых полезет внутрь подсумка, что будет влиять на медицинские средства, которые располагаются внутри подсумка. По мне, не очень хорошо. Вот. Но, наверное, из тех, что я видел, он один из самых интересных пока. Но опять-таки размер, конечно, в сравнении, блин, с отечественным, ну прям очень здоровый.